перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, всем привет! Как дела? Хочу сказать для чуваков, которые сегодня не смогут прийти на Meet & Greet. По-другому никак не получится, сорян. Очень много випов, и поэтому приходится делать это за несколько дней до концерта. После концерта я буду выплевывать легкие, поэтому я точно не смогу это сделать до концерта. Это слишком много времени. Поэтому кто не получит афишу, я постараюсь. Ну, там, фотку сделать и роспись на афише. Постараюсь сделать это в день концерта для вас. Кто не сможет, кто там из другого города вообще едет. По-любому есть такие люди. Поэтому, чуваки, так нужно было сделать. Прошу вас не обижаться, по-другому никак. Всех вас люблю, пиздец. Жду на концерте. Блять. У меня тут есть такая золотая зажигалка. Клип на «Мамбу» был очень скоро. И типа его сам жду уже, пиздец. И там осталось чуть-чуть доделать. Мы уже давно все отсняли и монтируем. Я хочу сделать прям очень крутой клип, после дрочить его, поэтому придется чуть подождать. Самому хочется его посмотреть уже. И как мне в Самаре? Очень круто. В Самаре круто. Курим. Он не бог, дым в потолок. День концерта, попробуем сфоткаться, бру. Выцепи меня только, там будет столько людей, что я боюсь там утонуть. Но я поплаваю еще там, стейдж-дайвинг, все дела. Я возьму надувную Диану и поплаваю там на ней в толпе. Курить джойнт, скрутить еще парочку и поехать на Meet & Greet, встречаться со своей поддержкой, фоткаться, тегать на афишах и обниматься с девчонками. В Екатеринбурге вообще пиздец был. Туда как не приедешь, там все дикие, хотят мясо похавать, это очень круто. Блять, было людей очень много там. Мне очень понравилось. Че, курю, какой-то хайс. В Уфе вообще тоже пизда ожидается, конечно, чуваки. 26 мая я у вас как штык. Йо, привет, Флиппер, ты где? Йо, Флип. Как сам? А, бля, это ты не настоящий флиппер. У флиппера одна земля всего, у тебя две, чувак. Ты не флиппер. Так я тебя и раскусил. Как делишки, швепс? Конечно, швепс, как всегда. В последнее время. В последнее время все идет хорошо.
благодаря вам, благодаря еще чему-то. Йоу, кто из Москвы тут? Жду вас, короче, к 3 часам в комиксе, в комикс-шопе. Почитаем комиксы, покурим дерьма. Надеюсь, копы это не смотрят. Сейчас проверим. Вроде нет. Приветики. Наконец-то появилось. Будет тур по Дальнему Востоку. Думаю, что будет. Думаю, что будет осенью. Мы возьмем, попробуем сделать большой вообще тур. И зацепим твой город. Откуда ты, чувак? Сколько из 10 будет разъеб? Не зря ли ты взял VIP? Будет, чувак, максимальный разъеб в Москве. Я думаю, что такого концерта у меня еще не было, как в Москве будет. Потому что это очень много людей. Раньше, прошлый концерт в Москве, на меня пришло 300 человек. Сейчас будет 900, прикинь. Это даже, блядь, нахуй, в 3 раза больше, пиздец. Поэтому будет полный разъеб. И ты не зря купил вообще билет. Надеюсь, ты охуенно проведешь время. Девчонка ЕКБ, вроде бы, сломала ребро. Мош. Ну, короче, в сламе ей сломали ребро, поэтому, девчонки, будьте осторожнее на концерте. Берегитесь круга, чуть отходите от него подальше. И пацаны тоже, девчонок не ебашьте, это жестко. Йоу, привет, Камчатка. Когда-нибудь я к вам причалю. На причал. Как в Новосибии? В Новосибии прикольно. Единственное, блядь, звук был хуёвый очень. Там даже, блядь, вообще нихуя не было, 2 колонки всего. Но, чуваки, вас было столько много, вы так орали, вы, блядь, были моими колонками, нахуй. Это было очень круто. С Флэшем будет фиток, мы уже делаем его. Будет прикольно, Флэш вообще крутой чувак. Я с ним пообщался лично, и хороший парень вообще. В Тольятти, да, хочу в Тольятти, но... Я попробую осенью залететь туда, если получится. Краснодар тоже осенью будет. Мы берем юг стопудово. Урал берем. Дальний Восток, не знаю, постараемся сделать. Треки с нового альбома слушай, лучше Викинда послушай. Слушал Викинда? Трек Gone называется. Я слышал, что типа он просто встал у микрофона и начал петь. На фристайле охуительный тречок, он идет 8 минут вроде бы. Но это просто пиздец. Камчатка, сука! Кра! Пойду сиську курну. Попизжусь с вами. Познакомьтесь с Дианой. Да, хочу с Яниксом петануть. Ну, блин, не знаю. Это было бы охуенно. Когда трек? Наверное, в июне. Наверное, в июне он будет. Если ты про трек с Флэшем говоришь. Бля, чуваки, выходите на улицу. Кто сейчас живет? Там, где тепло. Погода просто пиздец охуенная. Я знаю, что на Урале еще пиздец холодно. Но здесь просто лето. Йоу. Как насчет позвать Кейка сюда? Йоу, Кейк. Ты не смотришь это дерьмо? Жаль. Красота, пиздец. Ладно, йоу, увидимся на meet and greet, чуваки, которые живут в Москве или рядышком.